Сегодня поезд в Улан-Удэ. Из Улан-Удэ едем в Москву. Летим на Победе. Потом из Москвы поедем еще в Сочи на фестиваль. Начало приключений. Так что вот, немножко собираемся. Ебашим на вокзал, ребята. На паровозик. Недалеко, недалеко от вокзала живем. Поехали в Улан-Удэ. Блять, мы и в Улан-Удэ, нахуй. Здравствуй, здравствуй, любимый Верхний Удинский. Удинский острог был основан в тысяча... У них тоже тут паровоз, как в Воронеже. Блять, извините, граждане, тут паровоз. Ну что, трансляция из Улан-Удэ. Ребята курят айкос. Надо было транслировать, как из долго поезда. Курят айкос. Холодно, минус 6. Ночь, улица, вокзал, таксисты. Надо искать таксистов. Алло, Лёха, ну все, мы тут с вокзала выдвинулись, едем. Ну вот мы, собственно, и в Улан-Удэ. Заселились тут маленько на квартирку. На квартирку дяди Лёши Розуваева. Спасибо огромное дяде Лёше Розуваева, что принял нас с поезда у себя дома. Без его присутствия в его доме. Да, приютил, обогрел. Вон какие тут у него всяческие штучки классные. Дядя Лёша молодой, 2002 года он. Ну что, в целом, типа, трип только начался. Посмотрим, что будет дальше. Юлька, для тебя сразу оливье пицца. Смотри, у нее еще какая форма сразу. Я надеюсь, эти работают круглосуточно. Эти должны, они такие, пацаны. Здравствуйте, девушка, можно у вас пиццу заказать? В Улан-Удэ? Ну, ясненько, ладно, спасибо, до свидания. Болт, хуй купишь пиццу в Улан-Удэ. Вот так-то, ребята. После 11:00. Ну, заказали мы пиццу с сайта ILovePizza24. Заказали 3 пиццы, которые вышли нам всего лишь 990 рублей. Бесплатная доставка, ну и плюс картошечка фри. Все-таки в Улан-Удэ, ребята, можно заказать пиццу после 23:00. Вот так-то. Скоро посмотрим, что за пицца приедет. Нихуя, все-таки в Улан-Удэ после 11:00 нельзя заказать. В итоге пошли пешком искать магазин, что-нибудь взять. Нашли парикмахерскую. Вот, мама. О, как быстро мы пришли в супермаркет, прям в доме у вас. Даже докурить не успел. Набрали хуй вот туту его продуктов за 1000 рублей всего, ребята. Уложились почти в рубль. И сок. И прям вот вообще рядом с домом, в соседнем подъезде, прям Леха хорошо устроился. Круглосуточным магазином, в котором даже можно бухлишко покупать. После 11:00.
Вот мы и прилетели в Москву Сити. Легкий перекур, ждем такси. Поедем заселяться. Музей советских игровых автоматов. Ребята, мы туда не попали, потому что очень дохуище просто детей. Очень много детей. Ребята расстроились. Пошел дождь, пиздец, блядь. Поедем в Ашан покупать Зеву на фестиваль, потому что на фестивале нихуя нет Зев нормальных. Где-то зашли в метро, у меня сумка пикнула, пришли, досмотрели меня. Так что в Москве все в безопасности живут, с такой-то охраной. Ну вот, мы и в Анашане, в Гагаринском Анашане, покупаем салфетки. Самые лучшие салфетки это Зева, вот такая вот. Для работы забитым, кстати, лучше прислушаться к этой штуке, чем они работают дешевыми за 70 рублей. Говорят, что такая Зева для мажоров, ну, значит, мы мажоры. Мажоры из Сибири. Находились, нагулялись, башим домой. Хать, Винтерфелл, ёпта. Ребята что-то плывут, вообще как амебы, ходят медленно. На ютубе видел приколюху, короче, это блогер, блядь, снимал. В торговом центре снимал, что-то там гопники идут. Братан, хули ты тут снимаешь, блядь? Если я бы тут с девушкой в неглиже шел, ты бы меня тоже снимаешь? Доебались ты, вот, долбоёб. Долбоёб. Чё снимаешь сам себя, как ты стоишь эпично на фоне сталинских многоэтажек? Вот, ретро-падики. Штука, на которой на кротах я сижу. Максимина жопа, полотенце, Зева. Наконец-то лежать, лежать на кровати, лежать. Да, мне жить надо. Наш короб 2 на 2. Понял. Так, ну, поснимали и хватит, как говорится. Просыпаемся по утрам так. Ножку, ножку. На бум-бума надо побрить по-любому. Не брить ты. Вот такие вот у нас, господа, апартаменты наши. Господа апартаменты, блин. Как в поезде, блядь, 2 на 2 комната. В плацкарте живем. Сидим в граблях, едим, ждем Борицкого Леху. Мне сегодня в Анашане не продавали сигареты. Максим не купил сигареты. А сейчас в граблях мне не продали пивасик. Пришлось Максиму купить мне пивасик. Вот так вот, молодо выглядим, друзья. Ты просто выглядишь на малолет. +18. Вот мы и поели. Теперь идем пить крафт. К нам заехал Алексей Варицкий, собственной персоной. Сейчас мы Алексею Варицкому сделаем небольшой презентик. Алексей Варицкий, можно, типа, пожалуйста, остановиться? Как говорится, обещанного 3 года ждут. Деревяшечки. Покажи, какие деревяшечки. Это на твою старую Nokia 3626. Ну, отлично. Я ему еще говорю, он говорит, я сделал ему чехлы, я говорю, блядь, делал, говорит, 3 года, он уже с нормальным телефоном ходит. Да, купил сына, вот я рисую. Ты здесь сделал дырку под стилус? Так там же дырки есть. Вроде, должны быть дырки, я не знаю. А сделали дырку под стилус, Сергей? Это реклама фирмы, это, короче, Creed Case. Очень плохо работает, ребята.
Короче, концепция очень простая. Три цикла роликов по 7 серий. Потом нога в 2 недели, да? Хуёвая? Очень хуёвая. Говно, член, пидор, шерсть. Говно, член. Не, нету. Ну, старый китайский старый хер. Гнида, дичь, хач. Иркутск, дыра. 1-2-А, большая, подчеркнется. Уроки юрита с Алексеем Варицким. Тадараба, большое спасибо. Та-да! Та-да! Ты чё, уже другую камеру нашёл? Ну ты быстро. Stay in the cut, on the north side. Hella points, trigger fingers on my fucking foe. Five demons rising out the crypt. I snuck me a fat line, never gave a fuck. Grew up out the mud, pull up, then I pop the trunk. Grew up with the fucking robbers, always kept the mask on. Motherfuckers gon' die if we keep the mask off. Suicide when I ride, bitch, scarecrow to walk the shadow. Mozart with no piano, kill when I'm sleepy hollow. That mystic motherfucker that's addicted to prescriptions. Xanax for the panic, mental problems, you can add that. Multi-million own business, you just signed a deal, bruh. 3 years past, still broken, you ain't paid up. Dollars I ain't touched yet, burning for the fuck of it. If a mess, lunatic, you just up it. Cut up with the death wish, raised where the savage live. Straight out the death pit to keep alive the 666. Would be such a misfit. Hollywood, Babylon, can't resist it. Fuck a cop, bitch, I'm ducking all these piglets. Seven war, be my motherfucking district. Yeah, I still got my motherfucking wrist split. Bleeding like a piss, bitch. Screaming, I'm a hit licks. After licking, hit to acid, then the fucking split lips. Wig split, just a fucking tidbit. Dig it from ingested pill, bitch. Blue bill, sick of snorting powder. I'ma ditch this. 104, 520s, TSA. Keep testing my monies. Now I'ma dip quick. Find me a thick bitch. Tip grip, dick spit in the thick hip. Fuck with me, bitch, I'm a fucking addicted. And I don't really give a fuck what it is. Told you already that Ruby can't resist it. Big clip to my head, watch that shit drip. On the north side,
hella points, trigger fingers on my fucking foe. Five demons rising out the crypt, I smoke me a fat line, never gave a fuck. Grew up by the mud, pull up, then I pop the trunk. Grew up with the fucking robbers, always kept the mask on. Motherfuckers gon' die if we keep the mask off. Suicide when I ride, bitch, scarecrow to walk the shadow. Mozart with no piano. Kill when I'm sleepy hollow. That mystic motherfucker that's addicted to prescriptions. Xanax for the panic, mental problems, you can add that. Multi-million own business, you just signed a deal, bruh. 3 years past, still broken, you ain't paid up. Dollars I ain't touched yet, burning for the fuck of it. If a mess, lunatic, you just up it. Ну что, встретимся на автопати. То есть жюри нам уже больше не нужно. Вообще оно не нужно. Ты хорош, симпатии, уважения и того, какая она на самом деле крутая, как она там помогала там. У нее корона размером, блядь, с короны Елизаветы. Моя любовь и уважение к ней такие большие, что они больше, чем ее корона. Но ее корона весом ебанись нахуй. Вот тот храм, что ли, верю, в 200 метрах, который, блядь, самый большой православный храм на планете Земля в целом. Пизда дал, нахуй, я тебе деньги на расходы, блядь, в виде пива на нарды. Кое что ты понимал. И вот это вот пиздобольство вот это вот. А студия Денис? Не хватает денег, правда. Я люблю это. И буду любить всю жизнь. Я не человек. Я работаю с женщинами идущим. Если ты понимаешь, чем я. Да, ты можешь меня понять. Ну, если свободный. Мы тоже. Блин, не надо меня так снимать, чувак. Ты меня везешь домой. Ты можешь тебя консервировать. И, возможно, ты будешь там 3000 мест. А вот где ты уебок. Вот он. Добрый вечер. Дамы и господа, дай мне камеру. Ну, что, дай мне камеру. Хорошо, не давай мне камеру. Друзья, простите, пожалуйста, это, ну, мы испытываем некие трудности сейчас. Я уже неделю испытываю некие трудности, да, после посиделок с вами. Вам надо денег на хостел? У нас нет дистрибутива. Ну, привязались какие-то, я не знаю, кто это. Но есть подозрение, что мы просто... Ну, что ты несешь, блядь? Юра, иди нахуй! Друзья, это был такой некролог кошки. Забитый некролог кошки. Юра, с днем рождения. Юра, послушай Сметана Бенд. Там много некрологов кошки есть. Я знаю каждую вторую из них. И в каждом третьем я работал. Каждый четвертый моя бывшая, на самом деле. И каждую первую из этих баб ебал позитив. Да, за позитивы, пацаны. За позитивы. За Николая позитивы, ребята. Но позитив, кстати, на этой ноте надо будет обрубить. Вот, Лёша, я ж тебе говорил, посмотри Куджи подкаст. Давай тогда послезавтра договоримся. 17. Бля, да вы жесткие вообще нахуй. Сразу, блядь, стулом бить, блядь, того бьет. Созвон, пиши, звони, разберемся, найдем время. О, вы звонили, писать, разбираться. Конечно. Через месяц. Хороший мальчик. Да ты пиздишь, ты, блядь, красавчик, блядь. А на фоне Иркутска ты, блядь, ебать, ферзь. Там, блядь, 250 тысяч. И ты. Да ты видел себя в зеркало? Вон, посмотри себя, вон там в зеркало, посмотри на себя. Ёб твою мать, блядь, да я бы сам у тебя сосал. Вот, о, GoProха, да я бы сам у него сосал. На фоне, оу, иркутяне! Ферзь пропадает. На фоне 250 тысяч иркутян. Аминь. Не люблю эти пьяные видео. Пойдем посмотрим, что будет.
туалет, еще один кабинетик. Такой скромненький, но поделимся с Екатериной историями алкогольными. Пока что, да. В бирхаусе. Да, и через полчаса у меня вообще день рождения. Да, и через полчаса у Екатерины день рождения. Поэтому Екатерину надо как-то поздравить, наверное, будет. Из фильма «Выживший». Спецэффекты какие-то делаешь. Я, мы так, когда были последний раз в Сочи, нажрались. Я просто, когда смотрела эти видео с GoPro-шки, это был ёбаный пиздец. Там просто, блядь, дичь творилась. Господи, моя мама, если узнает, где это. Cheers! Посидели, попили пивка, немножко поели. Вот и день закончился, идем домой. Холодно. В Иркутске тепло, в Москве холодно, очень холодно. Вчера, блядь, снег с дождем ебашил, сегодня вроде и распогодило, но ветер холодный, ручки мерзнут. Сзади охота, даже не посышь нигде, ебашим быстрее домой. Как хорошо, что мы живем рядом с домом. Живем. Рядом с метро живем, и это хорошо очень. Пиздец. Не пойдем в Хиро? Да мы тут постоянно сюда ходим. Все, всему голова. Со своим нельзя, но кто-то втекает, пока охранники в телефоне залипают. Детские рампы. О, вы меня снимете, а я буду кататься как ребенок. Да, вон детский.
ребята нашли увлечение. Какая-то такая, ну. Прикольное ощущение страха. Хочешь попробовать? А? Нет. Попробуй, оно интересно. Руки уберешь, я упаду, интересно, если руки уберешь. Ну-ка сиди. Не? Подожди, Сега, да, Леля? Разыгрываем Максима. Жертвоприношение. Сектор приз. Очень странные, блядь, чувства. Блядь, если бошку открываешь, то вообще уже... Воу-воу-воу. Все, блядь. Солнце светит, пиздец. Блядь, я не уебусь. Давай, беги. Да просто прыгает такой, пыль, пыль. Давай, обратно теперь так же. Да похуй. Сейчас я еще раз. Вот с этого надо. Вот с этого просто ты тынь, 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 тынь. Шапочку, ну шапочку ложить. Так, сейчас я рюкзак нормально одену. О, Бля, все, я готов. Камеру, как ты летаешь. А, ты да, Макс, ты что-то прям очень сильно. Сейчас. Чуть-чуть, просто сейчас. Вот так. Не-не-не, только не ебашь больше. Не, он не качает. Это прикольно, но во Вьетнаме как-то попизже было. Так, такие же были? Ну там другие были, но прикольные. Мы это сделали. Ты там не кричишь? Во Вьетнаме попища такие карусельки. Тут как-то не очень страшно. А там они вверх-вниз еще летают, а тут не летают вверх-вниз. Кайфово, кайфово. Вот и покатались. Не палимся.
просто, прикинь, здесь совмещена каллиграфия. И тут зашифрованы имена исламских математиков. Личный блог Юлии Мироновой. Что вы думаете об этой выставке? Я думаю, что клево был Ленин. Он меня вдохновляет. Я же хотела посмотреть Ленина, я посмотрела Ленина. Вот и в мавзолей не ходи. Сейчас Ленин выйдет. Человечка маленькая. Именно так. И мне понравилось, что везде полукруглые стены. Типа погружаешься. Здесь есть выход. Короче, я прям гружу. Найди Максима, рубрика. Мы тоже здесь были, здесь как раз была это мастерская этого Мураками. Thank you.
Давай, пару строчек из Паперштейна. Земля и яйцо, беременное шаром. И шар родится в нужный час. Он сбросит скорлупу, окутанную паром. Раскроется, как колоссальный глаз. Несколько строчек. Паперштейн, блядь. Паперштейны, они такие. Сейчас все кроссовки в песочке будут. Видишь, тоже постройки всякие можно делать. Бро, нога, но ребята есть, можно за пятак взять. Вот это современное искусство. Заценим кухню Нагана. Под грибами, блядь, какие утки там, нахуй, зайцы. Да. Баскет на один год младше меня. Вот городки, мои одногодки. Тушечки. У меня таких дома вагон. 4 огонечка, непонятно как стрелять. Не такой я уж и меткий стрелок. С арбалета лучше получается. Когда он забивает шариком голову, возвращается. Вот поиграли. Так, надо пойти до них заниматься, кстати. Давай на память. Тут находится мини-баскетбол. Я угадал, смотрите. Руки засовываешь вот сюда вот. Погнали дальше. Это был спорт для ленивых. Волновой чревовещатель. Это, короче, круглая такая хуйня, которая типа молниями так... Показывай.
Блять, я даже не знаю, что это. Вы понимаете? Я просто не понимаю. На очереди висеть. Слоник мечта, погнали. Прикинь, засовываешь такое в какой-нибудь там хуй. Это Дэнди. Да, детка, это Дэнди. Две из трех. Небольшой волк. Погнали. Это Юла. Это старая Юла, ребята. Видите, да? Сражение в клетку. В клетку. Сражение. Тут, наверное, морской бой. Да, черт возьми, это морской бой. Морской бой, ребята. Морской бой. Волшебный фонарь. Давайте проверим, что тут. Главное, чтобы не хуй. Вот это вот что-то непонятное. Это, короче, диафильмы, наверное, хуйня какая-то смотреть. Блять, точно, смотрите, диафильмы. У меня почти такая в детстве была. Только другая. Старый просто. Правнук арифмометра. Арифмометра. Ах ты какая, сука. Тут много кнопок. Это, короче, древний комп, либо, короче, какой-то древний калькулятор. Блять, точно, смотрите, древний калькулятор. Охуенно, охуенно. Ты еще не все там. Угадали, угадали. Пока одну не угадал. Еще три. Bubble Maker. Погнали, Bubble Maker. А, так я знаю, это сифон, ёпта. Это для газировки, херь, походу. Точно, точно, смотрите. Только это круглый сифон, а у меня в детстве был продолговатый сифон. Погнали, что тут у нас? Logic of Color. Логика цвета. Это кубик Рубик, ребята, это супер просто. Кубик Рубик. Рубика. Змейка для чая. Ну тут точно хуй. Ну ёпта, это ж кипятильник. Ребята, это кипятильник. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Девять из десяти выбил. Девять из десяти. А это пленка для большого татуировщика, вы заметили? Да, это вот. Да. Это в старости, так раньше татуировщики делали татуировки вот на такой пленке. Ребята, камера. Воу! Чёрные машинки кайфовые. Угадайте, кто? Шарш. Шарш, ребята, шарш. Ой, сейчас себе банку сделаю. Так же, как в Хэротсе. Ребята, Сережа играет, ребята. Наконец-то.
что за динозаврик, ребята? Какой счет, ребята? Какими глазами? Роботы, ну погоди. А вы кто, типа роботы? Роботизированные. А вот и все. 0-1. Быстро передвижение рук. Иркутяне выиграли. Один, один. Два, два. Ах ты! Трехочковый. Да, детка? Все, закончилась игра. Ну ладно. В ничью сыграли. Баскетбол ничья. Ну что, ребята, газировочки? А как стрелять-то? Вот там, на правой. Нету кнопки? Есть, вот она, видишь. 5, ребята. 3, ребята. Я лучше в советских играх, чем Максим. Советские игры – это наше все. Я победил. А репка не работает. Так бы Максима, говорит, был бы мышью. Но мышью быть не в авторитете, надо быть дедом. Дедом быть в авторитете. Опа, народ! Пацаны! Ручка! Вот он стреляешь. Оленя, блин. Самолет вали. Самолет больше всех дает. Вон, вон, внизу, 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 пацан. Палец устал нажимать. Медведи вали. Молодец. Раз, 200 очков. Кабаны. Чушки ебаны. Чушки. Не убил чушку ебаны. Надо было валить Максима чушек. Все. 21 раз ты попал. 210 тебе дали целых очков. У одних так Идем домой. Заебался я ходить. Ставки на спорт.
на Сочи. 1xbet. Ставки на спорт. Когда люди включают камеру, короче, такой... У тебя тупое лицо. Ты начинаешь нервничать? Я такой, как на паспорт. Такой, знаешь, одно ухо чернеет такое сразу. У вас же были эти челленджи там всякие, типа, где вы на камеру пиздите, вроде нормально же все было. Знаешь, чему мне это стоило? Знаешь, сколько это монтажа? О, это за тобой уже, кстати. Кого-то принимают. Капа, капа. Проще капу из Китая заказать, чем тут взять. Тем более, что она тут тоже китайская. Все китайское, блядь, спортмастер весь китайский. Московский китайский спортмастер. Передайте привет подписчикам. Привет, подписчики. Ну ты своим, в смысле. Надо Бершку. О, да, в Бершку я бы сходил. Мне нравится Бершка. Пойдемте в Бершку. А как же Нью-Йоркер? Можно в Нью-Йоркер. Я вот в Новосибии набрал джинсы, брюки, две футболки, куртку, вот эту. Пиджак за 10 тысяч долларов. Это вообще стилевые гаихи. Стиль. Управление ГИБДД МВД России по городу Москве. А мы живем неподалеку, в соседнем доме пусть. Они обычно вот здесь стоят. Мы живем вот там вот. Привет. Hello. My friend. Вот так встреча в Москве. Слышь, блядь, телефон дай. Чё, как? Нормально? Я буду что делать, ты только деньги будешь. А у Басты розовые перчатки были. Баста открыл свой ресторан? Да, у него тоже бургеры. Я принесу. Как называется? Поели у Басты, теперь пойдем у Тимати. Погоди, не на сорт. Давайте посмотрим, что ребята едят. Халяль бургер. Картошечка фри тоже хорошая. И наггетсы нормальные. Самый черный кофе для самых черных людей. Поели. Теперь можно и поспать. Там реально такого клоуна он мог бы, блядь, в фильме «Оно» сыграть. Вот прям без грима и без шарика. Вот на своем цветном велосипеде, короче. Реально. Он такой криповый жутко. Набрали вещей, блядь. Отправляем с ДК. Домой. 3D-ручка. Да. Думаю, да. Не храните деньги в сберегательной кассе. Ну все, отправили с ДЭК. Коробка большая нам вышла. Ну, каждому вышла. Ребятам 1400 без доставки до места. Мне 1390 с доставкой до работы. Так что вот, надо сейчас предупредить ребят, чтобы они встретили коробку, то скажут, ну ему ничего с ДЭКом не заказывали. Алло.
Здорово, Саня, здорово. Смотри, я, короче, сегодня коробку с деком отправил до Иркутска, до студии. Дня через 2-3-4, там, может, тебе должны позвонить на телефон. Ага, ну, чтобы ты в курсе был, там, если тебя на месте не будет, то ребятам скажи, чтобы, если что, они в курсе были, чтобы, блядь, там, а то приедет с дека, они такие, не, мы ничего не заказывали, нахуй, отправлять обратно. Да, дела норм. Мы опять в Блокстаре, опять на том же месте, только уже поменялись люди. Другой компании. А джип тот же стоит? Да, все, вообще тоже. Те же тачки, люди другие такие. Максим, что вы едите? Бургер. Какой-то капустой. Нравится капустой. Вам бургер? Вкусный бургер? Бля, Тимати петь не научился, но вот бургеры печет как надо. Я ему вчера лично звонил, говорю, блядь, ты поешь дерьмо, а еду хорошую готовишь. Он говорит, братан, бля, я сам знаю на туре, поэтому, говорит, ты открыл. Я тебя, говорит, старался. Но. Что вы пьете? Бузину. Ядовитый напиток с бузиной. Вот ягодки бузины, но только они должны быть красными вообще. Не знаю, почему напиток желтый, это очень странно. Ну, так вот ядовитые напитки и вкусные бургеры говорят, что продают у Тимати. И вроде говорят, что они типа самые дешевые по Москве, дешевле, чем всяких Макдональдс, когда на целых 3 рубля. Станция фон Визинская. Как сказал Максим, это недоросы. Че, нам куда? Да, нормально все, у нас что-то приболел, блин. В ту сторону или в эту сторону? А так все хорошо. Очень красивая станция метро. Наверное, самая красивая, которую я видел в Москве. Свежая, современная. Лифта метро Останкино. Мы идем в Останкино. Это вот, собственно, одно из тех мест, где все плохо и без нас. Вот. Не приезжайте сюда никогда. Москва не резиновая. Да, в Москве все плохо, но все на Мерседесах, БМВ и Ауди ездят. Да. О чем я и говорю, бэха. Здрасте. На ВДНХ через полчаса будет поезд только. О, как все у вас. Да, у нас так все. На ВДНХ еще и по расписанию, блядь. За 10 минут лучше? Нет, он уже 19.03 отходит. Супер поезд какой-то. Это супер поезд скоростной? Ну, это наружный. Ну, это, блядь, скоростной, нахуй. Его, блядь, цыгане толкают, нахуй. Снизу, блядь, идут, нахуй, толкают. Про бурлаки на Волге что-нибудь слышал? Вот они сейчас квалификацию, блядь, прошли, ну, поезда толкают. Ты же сказал, что ты здесь был. Тут не был. Скажем так, можно было быстрее добраться, но мне нравится вот на этом чехарде кататься. Полчаса, ебаный бро. Красивенький видок. Строят ребята Москву не резиновую. Короче, надо вообще заходить, где места есть. 3.
отреставрировали. Да, было это. Совсем недавно, вот, наверное, так давно открыли. Мы в тот раз приезжали, оно все в лесах было. Ну, я помню, как оно старое было, бля, ебанное. Сейчас все такое красиво сделали. Вот такие вот ВДНХ, ребята. Все убрать. Можно реально гулять. Пойдем в кассу. А что вы хотите в кассах? Аквариум. А, у вас эти дельфинчики здесь будут? Ну, вот, а вон они. Да вот прям вот в этой будке. Ну откуда его? За что заходишь? Какой же там дельфинчик? Souvenirs. Прогуляемся, раз приперли. И главное, все рич. Добро пожаловать, нам говорят. Нам на ту сторону на самом деле. На кой? Туда пойдем. Они отреставрировали все и. Кремль так и не посмотрели. Ну мы-то сегодня там были. Мимо проходили. Там все было оцеплено. Сегодня стройка, завтра история. Сегодня в мясо, завтра похмелье. Жу-жу-жу-жу-жу. Глаз не отвожу. А вот с фонтаном, видишь, до сих пор так и нельзя пройти. А сейчас видим. Нет. Его, по-моему, не реставрировали. Вот эти-то, если отреставрировали, они же все были затянуты. Тот самый пончик. Так, а мы с какого вылетаем в самолет? В аквариум, кстати, пиздато сели. Это же, блядь, его тут нихуя. 350, понимаешь, человек различных инженеров и, скажем так, людей, которые секли в своей области, да, хорошо были задействованы, чтобы построить этот москварин. Там глубина, блядь, 20 нахуй метров. Сколько курок затонул, блядь, там и то метров было меньше, блядь, чем в этом бассейне, блядь. То есть, теоретически, если бы Курск затонул в этом бассейне, то его бы еще, может быть, и достали. Но не факт. Сейчас бы лежал бы там с этими, с подводниками, нахуй, мертвыми, блядь, в москварине. Курск. Красиво. Да, мы вот тут кушали тогда. Hero. Вот давайте посмотрим, где мы находимся сейчас. Вот вы здесь. А вот каток. Вот Россия моя. А вот интерактивный музей Буран. Буран. Ну вот на него мы уже профукали свое счастье. А, ну вон так везде, помнишь, раньше тоже было написано. Сегодня стройка, завтра история. Скажи мне, Сергей,
Вот тот павильон посвящен чему? Какой на республике? Какой? Республика Беларусь. Блять, прочитала. Нет, у меня же зрение плохое. Пиздишь, блядь, там написано БМ, видел? Вообще нет, я увидел Русь. Это явно не Благовещенск. Я увидел Русь. Русь? Надо, может быть, это Республики Русь. Такая секретная автономная республика была. Там, короче, ракеты производили. Русь. Стой. Не замерзли? Замерзли. Ты замерзла? Да. Ну, на выход пойдем. Все равно все закрылось нахуй. На Арбат поедем. То история это пойдем. Куда? Там фонарики красивые какие-то есть. Нормально, все, я помню. Не переживай. Пост охраны, говорят. Пост апокалиптическая охрана. Красивый домик. Нажимаешь описание. Оп. Пироги. До начала сеанса осталось 2 минуты. Тут действительно, слушай, часа мало. Она живая. Лошадки.
Прикольный музей. Вообще, ребята, прикольный музей. Герои меча и магии. Прям вообще все читать надо. А читать-то мы не любим. А тут пиздец читать. Князь Иво... Иоанн. Калита. Монеточки. Между прочим, серьезный князь был. Калитой он назывался, потому что в то время Калита это был мешочек, короче, где держали бабло. Местные пацаны, блядь. Ну, да. Местные пацаны, блядь, с мешочками бабла. Солится полей, ёпт, кукуруза. О, давай, ну чё тут у нас? Барабаны. Мася, почему рубли? Кресты, грабли, рубли. А, были такие, да? Точно света. Народ неведомый. Давай про рубли открываем. Я смотрел уже про рубль. Первые пасеки. Кто и как кичился. Царица полей. Боевые барабаны. Ну чё, народ? Всё? Такая хуйня. Красиво, конечно, красиво. Красиво. Лакшери. Смотрите, диванчик есть. Прям вообще можно так вот после трудовой ночи какой-нибудь прийти с самого утра, сесть вот в этом темном помещении и под звуки церковной музыки и под вид Иисуса Христа хорошенечко поспать со всей силы. Альбома батюшки на них не хватает. Батюшка всему голова. Святителя Стефана Пермского. Вот это книженцы. Книжка самобранк. Верь, я потрогал, она не сработала. До меня потом дошло, что надо открывать ее. Она живая. Блин, можно мне теперь только такие книги хочу читать? Блять, да мне сам эффект нравится, если честно, надо считать. Как будто акварель уплеснули, да? Это помнишь, как эти были в детстве, такие раскраски, их просто водой типа мочишь, и они, короче, сами цвета принимают. На 13-й странице остановимся. 13-е счастливое число Славина. Пацаны, родословная Рюриковичей. Пацаны, пацанята. В шапках модные, все с бородами. Прям эра барбершопа у них там была бы классная. Поломали книжку, ребята. О, ну-ка. Житие Сергия Родонежского. Тут почему-то только одна страница. Чё? Подожди, сейчас заработаю. О, работает. Житие преподобного. Сергий Радонежский-то, это же святой пацан. Да, наш. Так, тот тоже был святой. У меня даже иконка его есть, ёпта. Это твой предок. Да, это моя иконка. Ну все, пошли. Постриг ногтей. Тут волшебные пацаны уже какие-то. Вот тут спать классно после работы. Ну, с утра пришел и спит. Да. Продолжение выставки. Великий Путин. Вот. Да, преподобный это... Сергий Радонежский. Это не так. Вот. Это доказывает, что Путин уже тогда существовал. И тут Путин. Так ему сколько лет? Володя наше все. Вот еще патриарх, ёпта, Кирилл, ёпта. Вот так сравнение, блин. Классно гулять по выставке, когда никого нет, ты уходишь. Что тут у нас герои меча и магии 2? Куликовская битва. Графон-то какой.
постные дни. Мученые изделия, каши, овощи, напиточки, ягоды и фрукты, крем и дыни. Пост мне не грозит. Вот войска и оружие Древней Руси. Поход князя Владимира и Херсонес. Ребята все постятся. Вот он. Да, тут вообще весь день можно залипать просто. А почему на уроках истории к нам не приносили такие книжки? Да вот так и надо детей урокам истории учить, вот, да? Да, вот сюда вот дети, наверное, вообще бы залип. Ну? Я сам бы залип здесь. Пришел вот, и все, и весь будет. День, всю историю за один день выучил. Не хотите про одежду посмотреть? Они одинаковые? Не то, что сейчас все модники понадеваются, непонятно. Вот надо ходить. С небес на землю опустился столб света, в котором появилась величественная жена. Это Божье чудо. Благодать спустилась с небес, и он увидел там жену. Это тюрьмы? Ну, рязанская тюрьма. И батюшка, смотреть нужно. Круто тень вообще. А вот эти можно нажимать? Давай на домик на какой-нибудь чмекни. Вообще а, нормуль. Вот это нормальный интерактив, да? Бля, охуенно. Вот тут всех православных людей можно картинок набрать и как заколоть их вообще. Всем кресты православные, вон, всякие орнаменты, узоры, волков, медведей. Вообще круто, круто. О, кушанье. Кушац. Ой, пищевые ямки. Домашняя шуба. Шафран, мужская одежда. Лаптем. Пьяное молоко. Цыгане. Кайфово, кайфово. Погнали в замки захватывать. Ну-ка. Давайте. Сними-ка, батю. До таких силачей на всех это же... не сыскать. Да. Я такой. Занять позицию. Взять клуб. О, тут можно... Тетива, бля! Кремль не просто преобразовался в массивную дубовую крепость, но и стал резиденцией князя и митрополита. Москва не сразу строилась, но поспешить нужно! Пили, Макс! Поспелите бревно на строй, налегай давай! Чтобы узнать о том, как строили на Руси. Пили, пили! Да, ну как точно! Не страшно, что ли? Пили, пили, я не пилил. Пилим быстрее! Давай, Юлька, шкала, еще, еще. А ну-ка, дружно. Давай, 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 давай. Москва не сразу строилась. Давай ты пили. Давай. Распили бревнышко. Налегай давай. Не сломай. Хорошо, идем. Одрудимся на села. Давай, сейчас еще пойдем. Чаще всего строю за ура! Так нахрен. Ей, детка, я прирожденный лесопил. Деревянный храм в честь архангела Михаила в 13 веке построил князь Михаил Харабрит. Вследствие перестроенный в камне, Архангельский собор вплоть до 18 столетия являлся усыпальницей великокняжеского рода.
Успенский собор был основан при князе Иване Калите, когда в Москву была перенесена митрополитческая кафедра. Через полтора века храм был полностью... Я пойду с лука стрельну разочек. Давайте слегка не натяните тетиву. Стреляй! Стреляй! Сука, пальцы-то больно? Вот это интерактивчики. Хорош. Кайфово, кайфово. Москва, Третий Рим. Ух, как славненько. Слава русского оружия. Год 907 от Рождества Христова. Беспрецедентный по дерзновению поход князя Олега на Великий царь Град Константинополь, столицу могучей Византии. Военная смекалка помогла совершить невероятное. А есть шапка еще? Прикольная тема. Царско-Капецкого монастыря. О, а скиньте мне видосик, пожалуйста, потом. Да. Да, вот эти кайфовые темы. Я был модный мужик. Потерянные памятники. О! Можешь сюда положить что-нибудь, Максим? Допустим, рюкзак мой. Очень кайфово. Прям интерактивчики, прям супер вообще. Придумали. Прикольные. Стол купца. Что-то есть у нас вот бабки. Точно специи. Ну а теперь все. Домой, домой, домой. Сейчас на мост что-нибудь. Повезем апельсины в Сочи. Самые вкусные московские апельсины в Сочах. Ну все, как говорится, прощай, отель Динкотел. Hello, Kitty. Погнали в аэропорт в Сочи. Сегодня будем в Сочи. Ух, пиздец, эти перелеты, конечно, ребят. Эти просыпания в 6 утра. Та себе ебала еще.
Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Будьте внимательны и осторожны. Сейчас пойдем обучаться. Вещи? Тату-оборудование. Электронику выкладывайте в отдельные лапки, договорили. Все хорошо, да? Двигайся.